Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный мясной деликатес в домашних условиях. Первым делом мясо мою и сушу салфетками. У меня кусок свиного карбоната весом 1,5 кг. Дальше кладу мясо в миску и готовлю посолнечную смесь. Смешиваю в миске обычную и нитритную соль и посыпаю мясо. Натираю мясо солью хорошо со всех сторон. Далее мясо заворачиваю в пленку, помещаю в пакет и убираю в холодильник на 3 суток. Спустя время достаю мясо из холодильника. Оно хорошо просолилось и поменяло цвет. Теперь кладу мясо в миску и посыпаю любимыми специями. Я добавляю хмели сунели, сладкую паприку и сушеный чеснок. Еще добавляю хрен и горчицу. И хорошенько мясо натираю специями. Теперь подготовленное мясо кладу в подходящую форму. Запекаю мясо в духовке 90 минут, температура 170 градусов. Готовое мясо достаю из духовки, остужаю и можно пробовать. Мясо получилось очень вкусное, аппетитное и ароматное. Отлично подойдет на бутерброды к чаю или в качестве нарезки на праздничный стол. Если вам рецепт понравился, тогда поставьте лайк и подписывайтесь. А также жду с нетерпением ваши комментарии. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с удовольствием.